В Югре вовсю идет операция «Пернатая дичь весна». Инспекторы окружного природнадзора и Росгвардии каждый день патрулируют реки, осматривают маломерные суда и проверяют охотников. Им, кстати, запрещается стрелять на ходу и держать в лодке заряженное оружие. Так, к примеру, в Кандинском районе инспекторы задержали нарушителя с незарегистрированным охотничьим ружьем. Охотнику выписали штраф в 2000 рублей. За более грубые нарушения югорским хантерам грозит уголовная ответственность. Добавлю, сезон охоты в регионе завершится 26 мая. Сейчас разрешено отстреливать белолобого гуся, тетерева, глухаря и утку. В Ханты-Мансийском округе вот определили, что срок охоты 10 дней на 3 параллели. Для чего это нужно? Ну, я, скорее всего, предполагаю, наверное, это больше вопрос к орнитологам, к биологам, да, не нам, контролерам. Это, скорее всего, чтобы дать спокойствие птице, чтобы она нормально гнездилась, чтобы был выводок.